Сегодня стало известно, что заседание Конституционного суда по поводу кредита от Российской Федерации состоится 7 мая, через 9 дней. Но почему так долго? Почему, учитывая финансовую составляющую вопроса и эпидемию COVID-19, нельзя было рассмотреть соответствующие обращения в более сжатые сроки? Этими вопросами задался и экс-председатель КС Виктор Пушкаш. У нас действует режим чрезвычайного положения, и очевидно, что нужно было сделать все необходимое, чтобы как можно быстрее рассмотреть эти вопросы. Это можно сделать и на второй день после обращения, и на третий, и на пятый. Закон говорит, что ходатайство можно рассматривать и 6 месяцев, но в данном случае можно было бы действовать более оперативно и рассмотреть этот вопрос, особенно учитывая, что речь идет о финансовом документе с финансовыми обязательствами 2 стран. Я думаю, что нужно его рассматривать как можно быстрее.